Доброй ночи, дамы и господа. Несколько не совсем правильный метод для мойки часов я выбрал. Но учитывая тот факт, что поздно, и ультразвуковую ванну как бы не очень хорошо разбирать и включать час, решил грязную мойку провести таким образом. В общем, здесь у меня очищенный бензин, завел часы и опустил. Пускай цикл прокрутится. Затем разберу, камни почищу более-менее аккуратно. Ну, как бы вот так. А часы, которые я хочу восстановить, это довольно-таки неплохие. Сейчас циферблат от них найду. Так. Это у меня полет делюкс. Цифер такой. Есть еще где-то у меня лежал полет делюкс, но вот, кстати, сейчас покажу. Автоматик, корпус у меня тоже где-то для них есть подготовленный. Кстати, надо выковырять анкерную вилку. И еще раз прокрутить. Они вообще стояли много лет. Очень много лет. Так что вот бывают такие моменты, когда не из-за того, что не хочешь сделать по правилам, приходится мутить грязную мойку, чтобы механизм как-то хоть оживить. Ну, ничего, разберем, почистим дальше, сделаем. Жалко, что не могу ультразвуковую ванну сейчас включить. А так я за культуру ремонта часов. У меня тут еще есть полеты. Тоже рабочий механизм. Но здесь действительно рабочий. Единственное, что мне надо будет трибу поменять, так как стрелки нельзя поставить на них, что-то они там раздолбанные, что ли. Трибы тоже есть. Если что, с таких сниму. Тоже на 30 камней. Полет. И оживлю. Крышку пока на бейкеры. Не достал, но идут они довольно-таки хорошо. Сейчас посмотрю, сравню еще раз, сколько на моих котлах. Так, 37. А на этих, но отстают. Да, ничего страшного, это настроится. В общем, вот такие вот пироги. Процесс по оживлению полет делюкса в действии. Конечно, да, сейчас может кто-то дизлайк поставит за не очень хорошую работу, но в данных полевых условиях приходится вот так вот, короче, изгаляться. С другой стороны, главное, чтобы было не во вред. А, да, на сухую никогда не прогоняйте так часы. Я как сделал? Анкерную вилку снял, по
вставил тонкую зубочистку на колесе, чтобы оно не пошло, и опустил воду, убрал зубочистку, и тогда у меня все поехало. Иначе камни перегреются, и ну как бы жопа механизма будет. Такие пироги. Всего хорошего. Это был Джедай. Я тут развлекаюсь. Пока вот только из больницы вышел. Стараюсь как могу. А лайки приветствуются, подписки тоже. Так что такие темы. Всем всего хорошего.